Ежедневно владимирские хлебопеки выпускают более 160 тонн разных хлебобулочных изделий. Это батоны, буханки, булочки и пирожки, сушки и снеки. Всего в ассортименте свыше 240 разных наименований. Работа идет днем и ночью, чтобы на прилавках всегда была свежая продукция. Максим Сополев – пекарь. На хлебокомбинате трудится уже 8 лет. В этом году он в числе лучших работников предприятия. Это то волшебство, которое мы делаем, открывая мешок муки и заканчивая готовой буханкой, когда мы достаем ее из печки. Каждый день это что-то новое, потому что в хлебопече нет готовых решений. То есть один день не похож на другой никогда. История производства началась еще в 1929 году. Тогда выпекали около 800 тонн хлеба в месяц. С тех пор изменился не только объем и качество выпускаемой продукции. Сейчас владимирский хлебокомбинат возглавляет целую группу транспортных, мукомольных, торговых компаний. Мы с вами хлебопеки. Это самая главная и почетная отраслевая профессия, потому что каждый из нас участвует не просто в процессе создание чего-либо, а в процессе рождения главного сакрального продукта. В коллективе трудится более 1500 человек. Сейчас за добросовестную работу лучшим сотрудникам вручили награды от областной и городской администрации и Российского союза пекарей. В первую очередь люди. Подход к каждому человеку должен быть индивидуальный. То есть коллектив большой. Быть открытыми к людям, и люди потянутся к вам, и к производству в том числе. В последнее десятилетие предприятие завоевало немало призов и наград на российских и международных выставках и форумах. А в 2017-м коллектив даже получил благодарность президента России и премию правительства за качество изделий. На достигнутом хлебопеки не останавливаются. Предприятие постоянно обучает своих специалистов. Уже в конце года на хлебокомбинате откроют новые современные производства, в которые инвестировали более 500 миллионов рублей. Это целый корпус новой продукции, абсолютно новый цех по производству бараночных изделий, который один из ведущих в стране будет по производительности, по высоким технологиям. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.